Мы, студенты университетов Киева, обращаемся к вам, студентам России. В связи с информационной войной российских властей против народа Украины, мы хотели бы пояснить некоторые моменты. Экс-президент Украины Виктор Янукович был свергнут, так как занимался коррупцией в рамках целой страны. Мы не фашисты и не националисты, мы просто любим свою страну и свой народ. И у нас нет неприязни к русскому народу и к русской земле. Мы не против России и российского народа. Мы против путинского режима, который пытается разжечь войну. На Майдане мы стояли и стоим не за деньги. Мы стоим, потому что нам не безразлична судьба нашей страны. За 3 месяца мы сталкивались с кровью и потерями наших знакомых и близких друзей. Поэтому мы никогда не проявим желание военного решения конфликтов. Я учусь в Киеве, а моя семья живет в Донецке. И я хочу возвращаться в Украину, а не в Россию. Каждый день мы встречали на Майдане людей из разных городов нашей страны. Но борьба с властью была не выбором западного региона Украины, а единогласным решением всей страны, уставшей от беспредела. Мы призываем вас иметь свой взгляд и рассудок. Не позвольте властям поссорить два братских народа.